Певец Прохор Шаляпин пострадал после встречи с чемпионом мира по дзюдо Алексеем Леденевым. Спортсмен не рассчитал силу и едва не задушил артиста во время схватки. Накануне пара встретилась для съемок передачи «Дзюдо со звездами». Шаляпин согласился выйти на ринг с Леденевым в одном из столичных спортзалов. Однако встреча знаменитостей едва не закончилась трагично. Певец потерял сознание после схватки с дзюдоистом. Врачи, дежурившие на съемках, нашли Шаляпина задушенным. Однако певцу вовремя оказали медицинскую помощь, и в скором времени он пришел в себя.